течение суток. Очередная бандероль с Китая. Сейчас распечатаем, посмотрим. Так, это у нас очередной воздушный шар. И шар это у нас Человек-паук. Такой вот большой Человек-паук. Стоимость данного шарика 80 центов. Добирался он сюда 3 недели. Заказ был сделан на сайте GearBest. Ссылку приложу в описании. Кому интересно, заходим, заказываем. На этом все. Всем спасибо, всем пока.